Если вы хотите помочь этому миру, станьте богатым. Покупайте меньше. Здравствуйте! Добро пожаловать на чашечку кофе со смыслом. Такое необычное начало. И далеко не каждый человек согласится, что если вы хотите помочь миру, то вы должны стать изобильным человеком, вы должны поменять свое мышление на мышление изобилия. Есть такое расхожее выражение: деньги – это корень всех зол. Но если вы повнимательно присмотритесь, что происходит вокруг, вы поймете, что не деньги – корень всех зол, а их отсутствие, их острая нехватка. И человек совершает преступление из-за того, что ему не хватает этого ресурса. Так вот, изобилие и богатство находятся в голове. Человек, который живет в достатке, это человек, которому достаточно. Это не человек, у которого больше, как говорится, ноликов на его банковском счете. Это человек, которому достаточно. У нас сегодня есть тенденция очень сильно заблуждаться. Заблуждаться относительно того, что нам на самом деле нужно и можем ли мы это получить. Как правило, человек думает, что ему нужно очень много, потому что навязывается идея того, что жить нужно на полную катушку, есть икру ложкой, причем каждый день, отдыхать определенным образом, развлекаться определенным образом, носить бренды определенного, как говорится, уровня и с определенным ценником. И человек ошибочно думает, что это ему нужно. Я не говорю про всех, и тем не менее есть такая тенденция. Выставлять на показ для того, чтобы всем другим захотелось, и они думали, что это надо иметь. Ну, то есть, если ты успешный, у тебя это должно быть. Но на самом деле человеку это не нужно. И в то же время человек думает, что он не способен жить в достатке. Я не говорю про всех, но нередко причиной и депрессии, и агрессии, и зависти, и прочих нехороших вещей, а также разбойничество, является убеждение, что я не смогу это получить. Ну, разве что отобрать, разве что обмануть. Другим способом я это не смогу достать. Давайте разберемся, что вам на самом деле нужно. И когда человек умеет отключить всю эту болтовню внешнего мира, когда он перестает смотреть на глянцевые обложки, на раскрученные аккаунты Инстаграмов, которые и привлекают людей только, как говорится, чем-то блестящим и чем-то очень дорогостоящим, человек спрашивает себя, а что на самом деле мне в жизни доставляет кайф? Что на самом деле меня делает заряженным? Что меня делает счастливым? Потому что, как мы выясняем, сами по себе деньги могут сделать человека, ну, скажем так, счастливым или, как минимум, успокоенным только до определенного уровня. Когда человек закрыл все свои базовые потребности, ему есть где спать, что кушать, на какие деньги позаботиться о себе и о своей семье. А после этого значение денег как таковых на счастливость человека сильно падает. И тогда вопрос следующий. А что вас действительно в жизни заряжает кайфом, удовольствием, смыслом, радостью? Когда вы понимаете ответы на эти вопросы, вы на них отвечаете, у вас появляется представление о том, сколько вам нужно в жизни ресурсов. Запомните раз и навсегда. У вас всегда будут ресурсы на то, что для вас значимо и важно. Главное, поймите, что для вас значимо и важно. И когда в нашей жизни расставлены по местам понимание того, что нам нужно, и мы не гонимся за тем, чтобы кого-то впечатлить или с кем-то соревноваться и на кого-то равняться, хотя нам это не нужно. Мы понимаем, что нам конкретно нужно. И второе, как мы понимаем, что у нас есть все уже сегодня, чтобы идти к своей мечте. Даже если ваша мечта или цель, планы на свою жизнь, они амбициозны, у вас займет какое-то время туда прийти. Но чтобы начать путь, у вас все уже есть. И когда человек понимает, что в этом мире все будет складываться так, чтобы он мог реализовать свою мечту, что никто и ничто в этом мире не пытается его наказать
или бить по рукам за то, что он идет к своей цели. Когда он понимает, что на самом деле все силы будут содействовать тому, чтобы он шел к своей дороге, верил в себя и становился лучшей версией себя, потому что именно это делает с вами ваш путь. Если вы идете по своему пути, он делает вас лучшим человеком, он делает вас лучшей версией себя. Если этого не происходит, значит, это не ваш путь. Значит, вы куда-то идете, куда вы совсем не должны были идти. Заставляете себя туда идти по какой-то причине. Кому-то, наверное, что-то доказать. Ну а если человек идет по своему пути, все будет складываться так, как ему нужно. А сложности будут лишь возможностью стать той личностью, которая может реализовать эту мечту. Если нет сложности, человек не растет. Этому миру будет намного лучше, если каждый человек будет изобилен. Это возможно. Я абсолютно уверена, что в этом мире достаточно ресурсов для того, чтобы каждый человек мог реализовать то, что ему нужно. Главное – понять, что ему нужно. А что значит тратить меньше? Почему мы говорим об этом в контексте помощи миру и богатства? А именно потому, что человек, который богат, он, во-первых, позволяет себе покупать меньше да лучше. Бедный человек, как правило, не может жить с ресурсами. Появились деньги, ему хочется быстро потратить. И нередко он тратит на что-то недорогое, а на то, что часто ему не нужно. И дома бедных людей наполняются хламом. Более того, они этот хлам копят, они боятся с ним расстаться, потому что, как говорится, все-таки страшно. А вдруг понадобится, а вдруг больше не придет в жизнь? Человек боится отпускать. И накапливается. Зайдите в дома небогатых людей. Очень часто там много лишнего. Богатый человек, он понимает, что у него есть ресурсы. Поэтому он не бежит и не спешит тратить, не спешит, как говорится, сливать эти ресурсы. Он понимает, что то, что мне нужно, я найду и приобрету. Если не могу сейчас, значит, смогу позже. Нет этой спешки. Нет этой спешки избавиться от денег. Человек с ментальностью изобилия, он выбирает меньше, но лучше. И покупая вещи, он думает о том, хочу ли я эту вещь видеть в своей жизни завтра. Как долго она мне может служить. И когда вы покупаете вещь для вас дорогостоящую, вы более склонны о ней заботиться. То есть она по этой причине как минимум будет служить вам дольше. Когда это дешевая вещь, когда это недорогая вещь, большинство людей не будут о ней заботиться так, как они заботились бы об очень для них дорогой вещи. Я думаю, многие из вас согласятся, что если вещь дорогостоящая, она более качественная, то, скорее всего, она произведена в более гуманных условиях, где для работников созданы более хорошие условия труда, где используются более хорошие материалы, где предприятия заботятся, как минимум, в меру своих возможностей и бюджета, о том, чтобы не сильно вредить окружающей среде. Чем покупать много дешевого и постоянно это менять и выбрасывать, можно принять решение покупать меньше, реже, но то, что вам действительно хочется взять с собой в завтра. То, что вам действительно хочется держать в руках, это приятно. То, что вам захочется ценить и за этим ухаживать. В нашем мире очень много соблазнов и даже давления покупать и потреблять больше и больше. Мышление изобилия. Даже не столько количество денег на счету, а именно мышление изобилия в человеке позволяет ему выбирать только то, что ему нужно. Не хватать все, что предлагается, не хватать то, что подешевле, не хватать то, что есть у соседа, а выбирать то, что мне нужно. И знать, что то, что мне нужно, всегда будет мне доступно. А теперь пришло время работы с собой. Задайте себе очень важный вопрос, который позволит вам понять, способны ли вы пережить в своей жизни
и иметь в своей жизни ресурс, который мы называем деньгами. Оглянитесь назад и спросите себя, свойственно ли мне избавляться от денег, когда они приходят в мою жизнь? Если деньги приходят в вашу жизнь, склонны ли вы быстро их истратить? Найти, как говорится, им быстро какое-то применение, чтобы только их не было у вас на руках? Склонны ли вы тратить быстрее, чем вы получаете следующую сумму? А если вы готовы пойти дальше, спросите себя, почему я так делаю? А если вам это было раньше свойственно, но сегодня вы с этим уже справились, поделитесь, пожалуйста, как это произошло. Я думаю, многим будет интересно это услышать. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего доброго.